Здравствуйте, уважаемые подписчики. Мы находимся на 29-й линии, 59-й павильон. Кожаные итальянские сумочки. Приходите обязательно. Здравствуйте, Оксана. Здравствуйте, Зафир. Здравствуйте, дорогие наши подписчики. Проходи. Это у нас... Не успели, девочки, приносим свои извинения. Утренние ролики попрощаться. Память закончена. Да, попрощались, весной встречи. Да, так что это, ну, я не умею склеивать там что-то, да, это, да. Рахима, нет, я не умею. Такие технические у нас моменты. Да, поэтому и снова здравствуйте. Давайте начнем. Ну, у нас как утром поговорим, обсудим, а вот вечером у нас выходят ролики такие, освежаем память. Так, по сумкам, смотрите. Вот такая модель, конверт на три отдела. Очень удобный, хороший. Цена 5000, цена осталась старая. Ну, их цена почему осталась старая? Потому что мы их пока не завозим. Так, вот такая вот модель. Это почем? 7500. 7500, вот такие вот. 7500. Вот они есть такое. Это винтаж. Вот крокодила такое. Здесь вот такой мешок. Винтаж, девочки, практически в каждом ролике говорю, может, если намокнет, может окрасить. Вот взяли на белую блузку, так ему не будет ничего. Но если вы попали под дождь, возьмите его просто в руку. Все. Ну, это может. Конечно, натуральные красители идут. И как тоже, ну, это... В прошлом ролике я говорила про то, что может красить винтаж, рассказывала все. И также в комментарии мне понравились, делают, ну, там, из-за чего стала клиентка, одна написала, что белую блузку прокрасила, там, пырым-пырым. И вот понравился комментарий одной девушки. Она говорит, я, говорит, покупала сумку Самсонет, по-моему, она говорит, и попала под дождь. Я, говорит, меня, говорит, до трусов, говорит, прокрасили. Ого. Ну, сумка, ну, натуральные красители, так. Сумка, да. По-моему, текстильная, говорит, была. Натуральные красители. Она говорит, а обувь, говорит, покупайте. Ну, правда, вот иногда обувь попал, там где-то намок, да, там дождь, снег. Носочек, он уже все покрасился. Да? Так что вот есть такое, есть такое. Смотрите. 8500. Вот такая вот модель 8500. Смотрите. Вот. Так, вот эта сумка также 8500. Классная, вот она. Очень классная. Цвета красивая. Разные. Цвета смотрим Telegram. Вот такая модель 9000. Так. Вот это идет и сумка, и рюкзак. Угу. Цена 8500. Клеймо стоит вот здесь. Это еще такое было у нас маленькое клеймо раньше. Можно носить ее, ну, можно так носить, есть ручки и рюкзак, и да, и так можно, как хотите. Джина, вот эта сумка, которая идет, а, кстати, достанет полукруг вот этот, а вот он лежит, ну, цвет другой. Пряжка? Да, идет с перегородкой, винтажная кожа, перегородка есть, не во всех сумках есть перегородки у нас. Так, такая сумка-пряжка. Кстати, на сайте я смотрела. Вот я по поводу цен смотрю иногда. Цены убиваю просто посмотреть. Цены 20 с чем-то, 26 или сколько-то тысяч стоит. Пряжечка. Да? Вот это. Ну, а ее надо разносить, чтобы она раскладилась. Все, кожа. 8000. Это тебя не было, я показывала сумку, я машинки стирала. Винтажную кожу можно постирать. Как и вещи. Конечно. Я показывала красного цвета. У нас сумка прошлой. Вот такая вот 8000. Бахрома. Да, вот эта корзинка 8500. Классно. Так. Вот эта улитка. Смотрите.
Она как 8500, да, как хотите. Хотите. Так, вот такая вот. Это вот, видишь, под Шанель сделано. Естественно, никаких опознавателей знаков. Есть перегородка, все есть. Угу. Цена 4800. Такой мешок. Ну, вот это вам не покрасит ничего, если в таком цвете, хоть... Видите? Такой мешочек. 8500. Такие саквояжи. Цена 6000. Есть длинный ремень, перегородка. Вот такой вот. Вот такая вот это у нас. Монетки 8500. Есть длинный ремень. Не буду, покажу. Открывается. Ну, длинный дополнительный ремень. Одно отделение, да. 8500. Такая сумка. Также 8500. Карман. Открывается все на магнитах. Ну, внутри одно отделение. Длинный плечевой ремень. Такая сумка. Также 8500. Цвета есть. Так. Это под шампанское. Называется. Ты спрашивал меня в начале ролика, да, почему да. под шампанское. Ты так говоришь, почему под шампанское. Я рассказывала, как-то девушка выслала фото. Говорит, ой, такая сумка вместительная. Говорит, сюда, говорит, ну, видимо, перед Новым годом это была бутылка с шампанскими даже вошла. Сюда она показала. Там косметичка. А, она сначала показала косметичка, контейнер. То, а потом через какое-то время присылает мне опять видеоролики. Там уже бутылка шампанского помимо всего этого. Так она у нас и стала под шампанское называться. Из-за этого. Так, вот такая вот сумка. 6000. Это уже большой идет размер. Также есть перегородка. Ну и завершение.